Книга «Открытым оком», том 12, тема «Старообрядцы». Вопрос 2654. Владыка, кстати, чем занимаются ваши трое детей? Ответ владыки. Сын работает в сфере снабжения, старшая дочь занимается в Академии культуры, младшая учится в 7 классе общеобразовательной школы и посещает занятия в школе художественной. Вопрос. То есть вполне современные молодые люди? Ответ. Не вполне, но все-таки они старообрядцы. Комментарий Игнатия Лапкина. Никогда и никто из старообрядцев за 350 лет и в будущем до конца царства Антихриста не может сказать слова Павла. 1 Коринфянам 9, 22-23. Для так, простите. Никогда и никого, никто из старообрядцев за 350 лет и в будущем до конца царства Антихриста не сможет сказать слова Павла. 1 Коринфянам, 9 глава, 22-23 стихи. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Не оставляйте молодых одних, зеленых, неокрепших и бесстрашных. Пусть целомудрием украсится жених, жив с нераздавленными ятрами барашек. Девицу, девушку, особенно красивых, храните выходы отрезав запасные, иначе скрежетать, рыдать в бессилье, камней курган опять на чьем-то сыне. Не доверяйте шаловливым детям и прячьте спички, не играть с огнем, что в темноте свершат, природа все осветит, позором обличение согнет. Ни терем, ни светелки и ни башни преградой не служили наглецам, привыкшим сеять на чужую пашню без спроса матери и грозного отца. Из века в век творится под копирку, не залатать кровавой иглой и не сокрыть следов усердной стиркой, когда не дух господствует, а плоть. Не оставляйте вольнодумцам шансов кромсать Писание и толковать самим. Страницы Библии не подиум для танцев. На вольнодумство не скажи аминь. С великим целомудрием сроднясь, смиренно мудрее покровы сохрани. Лжетолкователи насильничают ясность и блудодействуют меж строчек и страниц. Обуздывая мысли на молитве, в оглобле толкования святых отцов, хомут канонов не чужой, а близкий, нам совесть многое подскажет и без слов. Мы слышали совет от мудрецов, не любопытничать на улицах пустынных, с певицей не сидеть, не наломать бы дров, где чиркнет спичка, там душа застынет. 14 февраля 2005 год. Игнатий Лапкин.